В период действия сильной конкуренции банки Узбекистана стараются внедрять все новые методы работы для полного удовлетворения потребностей клиентов. Большое внимание уделяется профессиональной подготовке персонала. Турунбанк в процессе трансформации также ставит улучшение корпоративной культуры и отношений с клиентами. Совершенствование уровня знаний сотрудников в приоритет. Одним из доказательств тому может послужить и организованный учебный тренинг с участием руководства банка и опытных экспертов. В течение недели управляющие 20 филиалов и директора департаментов Туронбанка смогли улучшить свои навыки по таким направлениям, как стратегия работы с клиентами, культура общения, способность принимать правильные решения в щекотливых ситуациях, стресс-менеджмент, правила оказания полезных услуг, лидерские навыки, тайм-менеджмент и навыки активного управления. Тренинг, организованный совместно с консалтинговой компанией Creative Financial Solutions. На двух языках вели опытные международные менторы Марат Рахисов и Михаил Вишняков. В чем заключаются управленческие функции? Их всего 4 на самом деле. Да? Они достаточно объемные, они достаточно емкие и достаточно трудоемкие. Да? Но тем не менее, их всего 4 функции у руководителя. Это планирование процесса, это организация всего необходимого для реализации процесса, это мотивация сотрудников и это контроль выполнения задач. Да, вот всем этим необходимо владеть руководителю для того, чтобы организовать работу среди своих подчиненных. При этом никаких скучных лекций. Все занятия проходили в интерактивной форме с использованием различных дидактических материалов. Строго каждым выполнялись практические задания. Не обошлось и без тестовых испытаний. И все ради максимальной результативности интеллектуальной недели. Безусловно, все это еще, знаете, сопровождалось какими-то ролевыми играми, практическими занятиями, и мы даже каждый элемент, да, отрабатывали на наших банковских там продуктах, знаниях, да, то есть, например, разбирали конкурентные преимущества, разбирали то, как можно презентовать наш продукт, как отрабатывать возражения и так далее. Ну, то есть, одним словом, тренинг, на мой взгляд, это очень хороший инструмент сейчас, в начале года, для того, чтобы нам прям с первых дней рвануть и начинать показывать лучшие результаты, лучше, чем мы были вчера. Ну а по окончанию мозгового марафона прошла торжественная церемония вручения сертификатов. Награждали коучи, не скупясь на слова похвалы участникам. Во время тренинга мы усвоили такие навыки в области, как управление временем, работа в команде, управление стрессовыми ситуациями, а также эффективные продажи. Наша главная цель, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно и защищенно. Ответственность на Туронбанке лежит немаленькая. В цифрах это 19 тысяч юридических и 780 тысяч физических лиц. Исходя из этого, управление Туронбанка считает, что повышать профессиональный опыт сотрудников, подробно знакомить их с новшествами в международной практике необходимо регулярно. Проведение подобных тренингов станет полезной традицией банка для обеспечения гарантии успеха в обслуживании клиентов.